На торжественной церемонии военные ученики школы, которую окончил Алексей Подлеснов, родственники. Сестра героя Ирина Гадельшина на митинг пришла с детьми. Она едва сдерживает слезы. Рассказывает, брат остался в ее памяти добрым лучезарным мальчишкой. У него было столько друзей, просто огромное количество друзей. Когда он уходил в армию, он говорил: «Мам, меня придет провожать весь 22-й партсъезд». Правда, народу было очень много. Люди были и в подъезде, и в квартире. В армию Алексей Подлеснов ушел сразу со школьной скамьи. Ему только исполнилось 18. Заявление с просьбой отправить в Афганистан написал добровольно. Служил во второте. Во время одного из боев Подлеснов был ранен. Лежа в лазарете, ответил командиру: «Жить буду». Но операцию на голову Алексей не выдержал. Для сегодняшних школьников он настоящий герой. Я горжусь то, что наша школа носит имя такого героя. И, конечно, это день, тем более День защитника Отечества, это очень много значит для нас всех. В прошлом году в Самаре уже открыли 15 памятных табличек выпускникам самарских школ, которые погибли в Афганистане. Всего после той войны домой не вернулись 245 жителей региона. Если у человека возникает момент, когда он ценой своей жизни выполняет определенную задачу, он должен быть четко уверен, что его подвиг будет оценен и он будет не забыт. Мы будем этим заниматься, пока последний солдат, погибший, не будет отмечен доской памяти. Мы будем этим заниматься, сколько бы ни потребовалось сил и средств. После открытия памятной доски Алексею Подлеснову военные, школьники и родственники героя возложили к портрету воина цветы. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».